тоже здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашем самом любимом клубе. И как вы знаете, что у нас началась праздничная неделя, праздничная весенняя неделя. И у нас с вами будет сегодня такой небольшой, скажем так, празднично-международный концерт, где мы сыграем самые любимые горячо наши композиции. Вот, ну и, конечно же, для наших прекрасных дам, я думаю, что их можно поздравлять, начать прям уже с самого начала весны, потому что весна — это именно то самое время, когда все, вся природа расцветает. Вот, и поэтому специально для вас мы будем вас радовать замечательными композициями под ваши бурные аплодисменты. Итак, значит, начнем мы сегодня наш концерт с такой небольшой романтики. Вот, и вспомним замечательную композицию французских авторов. Она была в репертуаре и Эва Монтана. Кто ее только не играл и не пел, тот же Луи Армстронг. В общем, очень много эпитетов у нее есть. Я сейчас говорю о композиции, которая называется «Сесси Бо». И мы ее сыграем под ваши бурные, друзья мои, аплодисменты. Движемся дальше. У нас стала такая добрая традиция. Мы каждую вторую песенку играем рэгтайм. И сегодня мы решили чуть-чуть ее изменить, немножечко уйти от Скотта Джоплина и сыграть вам более такой современный рэгтайм, вот, который называется Tiger Rag. Он был написан в далеком 1907 году, но, поверьте, актуальности за это время не потерял. И под ваши бурные аплодисменты мы вам его и подарим. Thank you.
Спасибо большое, друзья мои. Внутри нашего концерта мы вас будем сейчас знакомить с нашими замечательными инструментами. Вот. Эти инструменты называются прасны, соответственно, направление, которое мы активно продвигаем в массы, тоже называется прас. Прас – это латунь, медь, то, из чего сделаны наши инструменты. И в частности сейчас это огромный инструмент, который играл самые низкие ноты. Друзья мои, кто знает, как он называется? Туба, абсолютно правильно. Вот, так вот сейчас перед вами были сыграны такие ноты, которых не существует даже на рояле. Это было даже за областью его. Ну что ж, мы движемся дальше. Как я уже сказал, у нас сегодня будет все-таки такой международный праздничный концерт, и мы вас порадуем прекрасными композициями, специально для наших, конечно же, прекрасных дам, которые нами горячо любимы, и, скажем так, они являются, на наш взгляд, отражением такого романтизма. И сейчас мы хотим сыграть вам композицию, которая звучала в горячо нам любимом кинофильме «Серенада солнечной долины». Я думаю, многим из вас тоже нравится. Мы целый цикл сегодня будем оттуда играть в композиции. Вот. И здесь мы используем еще один, чтобы познакомить вас с родственными инструментами, вот эту вот огромную нанотрубу, которую нам лично подарил Анатолий Чубайс. Итак, друзья мои, под ваши бурные аплодисменты мы вам сыграем композицию из репертуара оркестра Глена Миллера. Thank you.
Как я уже сказал, мы будем вспоминать много композиций из этого замечательного фильма. И сейчас, не отрываясь, скажем так, от производства, мы хотели специально для вас сыграть композицию. Забыл, как зовут автора, конечно же. Но сейчас вылетело из головы. Ну да ладно, неважно. Тот же самый оркестр Гленна Миллера и, наверное, наша самая любимая композиция, которая называется «Дорога на Читаногу» или «Читаногая Чучу», которую мы хотим подарить всем вам под ваши бурные аплодисменты. Друзья мои, и сейчас уж, коль мы с вами заговорили о брас, и коль мы заговорили о музыке, кино, мы хотели бы рассказать, что по нам очень часто незаслуженно бывает, все-таки наши инструменты довольно редко используются в этой профессии, мы хотим доказать обратно, что если знать структуру этих замечательных инструментов, выходят самые гениальные вещи, и мы сейчас вам докажем на конкретном примере. Вы готовы, скажите мне? Да? Ну что же. Значит, смотрите, основная функция нашего оркестра, вы видите, это медные духовые и ударные инструменты. Значит, что главная функция ударника? Это, конечно, дробь. Выглядит это вот так вот. Понятно, да? Значит, низкий инструмент на тубу, это звучит вот так вот. Понятно, да? Значит, вот эти два инструмента, как называются, вы знаете прекрасно. Тромбоны, абсолютно правильно, и они у нас короли среднего регистра. Вот так. Ну и трубы, как всегда, во все века, они исполняли функции сигналов, подавали военные сигналы различные, типа вот этого. Вот, друзья мои, больше из наших инструментов, по сути, вытянуть невозможно. Но даже если правильно апеллировать вот этим минимумом, получаются гениальные вещи. Друзья мои, вы согласны с этим? Вы готовы это услышать? Итак, произведение, которое знает каждый,
и в котором было ровно столько же нот, сколько мы сыграли. Слушайте. Сколько было нот сейчас вот заявлено, ровно столько же и было заявлено. Вот. И сейчас мы пришли к нашей любимой рубрике. Мы всегда каждое наше выступление к чему-то там, есть у нас такое, приурачиваем к чему-то. И сейчас, когда на просторах интернета мы смотрели, что же происходило 3 марта, знаете, как в Википедии есть, 3 марта там любого года, и мы нашли, друзья мои, мы нашли просто такое нетленное произведение. И очень хорошо, что именно на этой неделе, когда Международный женский день, потому что это культовое произведение для всех. Значит, я его называть не буду, потому что вы догадаетесь, но оно стартовало в Америке. Вот, это рассказываю, это сразу целая эпоха. 3 марта 1984 года, друзья мои, у этого, скажем так, вот огромного, эпохального, нетленного произведения сегодня день рождения, 30 лет, друзья мои, поэтому мы просто не могли его сегодня не сыграть под ваши бурные аплодисменты. Вспомнил, что это было? Санта-Барбара, да, дорогие мои друзья. Вот это то, что появилось 30 лет назад, то, что мы смотрели 10 лет и сыграли сегодня. Вот, мне кажется, очень хорошо получилось. Вот, а мы движемся дальше, и сейчас мы порадуем вас другими нашими любимыми вещами, поскольку, как я уже говорил, у нас сегодня праздничный вечер. Следующая композиция, которую мы тоже горячо любим, называется «Синг-Синг». We'll be right back.
Виктор Коновал, друзья мои. Спасибо огромное, друзья мои. Мы движемся дальше. И, как я уже говорил, сегодня мы будем радовать вас всякими нашими одними из самых любимых произведений. В частности, мы уже с вами обращались к кинематографу, в частности, Голливуду. И мы хотим продолжить это обращение. И сейчас мы хотим для вас сыграть композицию, которая, правда, в том году отмечала свое 30-летие. Но я думаю, что актуальность от этого не потеряла. Я сейчас говорю о песне, которую написал Генри Манчини, которая называется «Розовая пантера» под ваши бурные аплодисменты. Спасибо, но как вы уже поняли, что мы пришли к более современным композициям, вот, и мы все равно тенденцию оставим, будем вспоминать самое приятное, самое любимое, и, конечно же, все-таки сейчас мы еще из мультиков, ну, как бы, перейдем, конечно, к фильму, но все равно хотим сыграть для вас одну из наших самых любимых композиций. Композицию написал Куинси Джонс, и она, я думаю, многие из вас не знают, но являлась тоже саундтреком, заглавной темой, как «Санта-Барбара», вот, только к фильму. Сейчас мы ее сыграем, я думаю, вы узнаете его. И первый, кто абсолютно правильно ответит, получит ценный приз. Потому что у нас сегодня все-таки праздничный, да, международный праздничный концерт. Вот, поэтому вам надо просто вспомнить фильм. Фильм, скажу так, он не особо такой старый, вот, и у него есть несколько частей. Сразу скажу, что, конечно, он не отечественный. Вот, итак, внимательно слушайте композицию Куинси Джонса, которая переводится как «Босса-нова моей души». И первый правильно ответит, какой фильм она открывала, получает от нас ценный приз. Друзья мои, вы готовы? Ну, тогда мы начинаем. We'll
Итак, мои дорогие друзья, я весь превратился в слух. Абсолютно прав, конечно, Остин Пауэрс, друзья мои. А кому же из вас троих давать приз? Ну ладно, я подумал. Сейчас, когда у нас будет перерыв, вы обязательно втроем все заходите, и мы, я думаю, решим это. У нас сегодня международное праздничное выступление. Итак, друзья мои, хотел сказать, что все хорошее когда-нибудь заканчивается, но никакого отношения не имеет к нашему концерту, потому что у нас сегодня будет очень много отделений, точное количество их не знает даже наш ударник. Вот. Но в конце первого отделения мы хотели бы сыграть песню, которая нам больше всего, что-то, не знаю, сегодня, вот такой весенний день, создает нашу такую вот приятную джазовую атмосферу. Композиция, которая называется «When the Saints Go Marching In» из репертуара нашего любимого Луи Армстронга под ваши бурные аплодисменты. Сейчас чуть-чуть друг с другом, а мы скоро к вам заглянем. Поприветствовать композиции Джеймса Ласта. У него был день рождения 1 числа, вот поэтому его так вот поздравили его заочной композиции. Вот черного ящика у нас не было, но я думаю, что это любимая песенка. Всех вас все же порадовало. Значит,
рассказываю для тех, кто вновь прибыл, что специально для вас сегодня Фортуна Брас Бэнд, и у нас с вами сегодня международный праздничный концерт в начале такой праздничной недели. Вот, может, не самый короткий, но зато, тем не менее, приятный, потому что, наконец, друзья мои, у нас весна. Весна, и это очень хорошо, и мы решили подобрать здесь ряд композиций, вот, которые нам горячо любимы, и чтобы создать такое приятное весеннее настроение. Вот, и следующую композицию мы долго искали, и вот, и все-таки наш взор остановился на творчестве Василия Соловьева-Седова, и мы взяли замечательную композицию, которая была написана Алексеем Фатьяновым, слова, под, скажем так, воздействием творчество Гумилева. Я думаю, все вы знаете эту замечательную песню, которая называется «Где же ты, мой сад? Вешняя краса, где же ты, подружка, яблонька моя?» Вот, и мы решили, что как бы ее немножечко облагородить в джазе и подарить немного прекрасной весны. И поэтому под ваши бурные, продолжительные аплодисменты мы ее вам и исполним. Спасибо огромное, друзья мои. Ну что ж, мы продолжим. Потому что первое отделение, чтобы не повторяться, у нас было все-таки, скажем так, прозападное. А сегодня мы во втором поиграем наши прекрасные композиции. Потому что у нас тоже было полно замечательных фильмов, и черно-белых, и других, в которых замечательные композиции романтическо-весенне-праздничного характера тоже присутствовали. Я надеюсь, вы со мной согласитесь здесь. И сейчас мы хотели бы вам для души, да и себе, сыграть, на наш взгляд, самую весеннюю композицию из всех когда-либо написанных на нашей отечественной земле. Это композиция Оскара Фельдсмана про практически первоцветы, замечательные цветы, которые называются «Ландыши». И чтобы сказать весне большой привет под ваши бурные аплодисменты, друзья мои, мы ее сыграем. Не сдержите себя, если знаете, подпевайте. Песня на самом деле очень прекрасная. Thank you.
Спасибо вам, друзья мои. Я думаю, что все-таки вы впустили в свою душу немножечко весны, и теперь она уже пойдет более такими ощутимыми шагами, скажем так, по нашей родине, потому что у нас как-то один денек весенний, другой нет, но я думаю, что все-таки должно уже наладиться. Вот, ну а мы между тем движемся дальше, и еще одну мартовскую, ну конечно же не премьеру, поскольку у нас сегодня все-таки мы охватываем всю историю, мы хотели сыграть вам композицию, значит даже целый мюзикл, значит в нем главные роли были отведены Барбаре Стрейзен и, конечно же, великому Луи Армстронгу. И появился он как раз в марте, правда, как бы не юбилейный, но все равно. Мы его очень любим, потому что эта композиция, которая называется «Hello, Dolly», стала просто популярнейшим джазовым стандартом, который, наверное, стоит номер раз и во всех джем-сейшенах. Я думаю, что вы все прекрасно знаете, что такое. Он постоянно проходит. Поэтому мы решили, что как же так, мы пройдем мимо такой культовой вещи. И специально для вас мы сейчас исполним свою версию этой замечательной композиции «Hello, Dolly» под ваши плотные аплодисменты. Спасибо большое, друзья мои. Мы движемся дальше. И следующая композиция, которую мы тоже хотели сыграть для вас, она нами очень горячо любима, потому что ее исполнял, опять же, он сегодня очень много раз у нас вспоминался, великий Луи Армстронг. Это композиция, которую даже не надо много объявлять. Она так, да, проходит очень таким сильным лейтмотивом у многих исполнителей, у того же Луи Армстронга, у того же Ив Монтана. Просто мы сегодня начали с французской музыки. Вот, она очень была, потому что она самая романтичная. Она самая приятная, романтичная и замечательная. И поэтому мы решили наполнить вас вот сегодня такой правильной романтикой и правильным такой праздничным настроением. И поэтому эту песню мы тоже очень хотим подарить вам, ну и, конечно же, нашим всем прекрасным дамам, для коих сегодня будет очень много подарков. Вот. И поэтому под ваши бурные аплодисменты мы вам ее и сыграем. Thank you.
Я думаю, многие из вас узнали, что эта композиция называется «La Vie en Rose» или «Жизнь в розовом цвете». И нам бы очень хотелось, чтобы она хотя бы в марте была именно такой. Потому что и так достаточно всяких негативных, скажем так, влияний извне, поэтому лучше иногда, пускай она будет такой. Ну что ж, мы движемся дальше и будем с вами вспоминать горячо любимые наши произведения, которые мы с радостью дарим вам по случаю того, что наш сегодняшний концерт необычный, а большей частью праздничный. И мы пришли к еще одному культовому имени. Мы вспоминали уже Луи Армстронга, Гленна Миллера. Вот. И сейчас мы решили вспомнить его, конечно же, Франк Синатра с его нетленным хитом «Под ваши горные». Аплодисменты. Спасибо большое. Мы движемся дальше. И сейчас мы хотели бы для наших прекрасных дам, скажем так, вот такая будет небольшая кульминация даже нашего сегодняшнего концерта. И мы хотели сыграть им песню, которая нами все очень горячо любима. Эта песня была и в репертуаре Хампердинка, и в репертуаре Глории Гейнер. Очень она была, кстати, в множестве тоже фильмов, поэтому общая концепция это сохраняется. Потому что в этой прекрасной композиции есть все. Во-первых, она романтична, она лирична, она была в фильмах, и ее пели все наши любимые исполнители. И поэтому мы подумали, что сегодня мы ее исполним для вас. Так, композиция, которая называется «Can't take my eyes off you» или «Просто невозможно оторвать глаз под ваши губы». Аплодисменты. Thank you.
Спасибо большое, друзья мои. Огромное спасибо. Мы движемся дальше. И сейчас мы хотели бы исполнить еще одну композицию. На первый взгляд, зарубежного автора, но при ближайшем рассмотрении. Я сейчас говорю о композиции, которая называется «Putin on the Ritz». Написал ее очень давно Ирвин Берн. Значит, надо сказать, что Ирвин Берн это очень популярный был автор. Он очень писал для, наверное, более чем 100 картин музыку. Композитор такой именно голливудский, вот, но имеющий русские корни, потому что родился он у нас. Вот, и перебрался уже в таком довольно-таки сознательном возрасте, не в младенчестве. Вот, поэтому мы можем его считать своим. Да и вообще надо сказать, что музыка, как вы понимаете, такой международный продукт. Вот, у него нет определенной никакой национальности. Но все равно мы все время отмечаем, что Ирвин Берн все-таки является нашим композитором, которого на самом деле звали Исаак Балин. Вот, и его композицию «Putin on the Ritz» мы хотим исполнить специально для вас под ваши бурные аплодисменты. Спасибо огромное, друзья мои. Мы движемся дальше. И в финале, как бы мы уже движемся к финалу нашего сегодняшнего вечера, но это не концерта. Шучу. Мы хотели вас порадовать таким целым направлением, наверное, то, с чего начался джаз. Один из главных, на наш взгляд, родоначальников – это госпел. Как вы знаете, госпел – это были такие, что спиричуал госпел, такие вот, скажем так, негритянские католические песнопения, которые впоследствии вплетались как раз вот ритмы джазовые. Вот, и они были необычайно популярны. Вот, и мы решили, что в конце программы будет точно хорошо вот вернуться к истокам, так скажем. Вот. То, с чего начиналось, и для этого мы выбрали композицию, которая так и называется «Gospel Time» или «Время Госпела», которую мы хотим исполнить под ваши бурные аплодисменты. Thank you.
Спасибо огромное, друзья мои. Ну и в завершении концерта мы решили сыграть. Это у нас было самое, скажем так, начало джаза. Вот, и чтобы поставить такую вот точку фундаментальную, мы решили сыграть самое последнее направление. И опять же доказать, как мы вам сегодня старались сделать это напряжение всего вечера, что брас, музыки и медным духовым инструментом многое подвластно, слава богу. Что у нас теперь появилась определенная конструкция, теперь есть помпики, и поэтому можем исполнять любую музыку, как вы сегодня слышите. Вот, и поэтому мы решили замахнуться на своего Уильяма Шекспира, скажем так, и сыграть абсолютно фортепианный жанр джаза, который называется буги-вуги. Но мы хотим сказать, что, друзья мои, это нам тоже под силу. Я думаю, вы нам поможете своими бурными аплодисментами. И мы сейчас для вас это исполним.
Спасибо. Спасибо, дорогие друзья мои. Мы услышали это праздничное слово из трех букв. Да, хорошо. Просто у нас, оказывается, наши тромбонисты предлагают сыграть нам замечательную композицию, которая называется «Old Mississippi». Это старейший, скажем так, диксиленд, который мы очень сильно любим. Вот. И под ваши бурные аплодисменты мы, конечно же, для вас его и сыграем. Спасибо огромное, друзья мои. Мне осталось только сказать, что сегодня для вас выступали Фортуна Брас в составе Олег Романов, Станислав Горлинский, Алексей Садовов и его тупо. Виктор Евгеньевич Кодолов, Леонид Николаевич и ваш покорный слуга Александр Шатов. Спасибо огромное, друзья мои, вы самые лучшие люди. Да, друзья мои, у нас есть для вас еще один супер-бис, который мы, конечно же, с девчатами, наверное, слишком лирическая, а мы решили, что такое наша любименькая, хорошая. Итак, друзья мои, специально для вас замечательная композиция, тоже самый лучший, наверное, в мире джазовый стандарт, который называется «Be Mir to Be Stushon». Я думаю, что все вы его прекрасно знаете, это на иврите так, а на русском гораздо проще. Thank you.
Спасибо, спасибо огромное, друзья мои. И в следующий раз я понимаю, что у нас горячо полюбили даже больше, чем у вас. Чуть-чуть. Вы можете нас торжественно услышать. 7 числа у нас будет целый концерт на русском радио, точнее, называется это RSN, Русская служба новостей. В 11 часов в прямом эфире, друзья мои, мы на 2 часа будем все ваши. Да, вечер, ночной эфир, праздничный на RSN. Друзья мои, услышимся. Спасибо вам огромное!